Столичные жители помогут дополнить программу фестиваля «Русское поле». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На сайте мэра и правительства столицы сообщается, что фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в Москве в 9-й раз. В проекте «Активный гражданин» открылось голосование за расширение программы фестиваля. Фольклорный праздник в этот раз будет посвящен Году памяти и славы в России. В анкете для голосования один вопрос и 7 вариантов ответа, среди которых интерактивная площадка, посвященная героям прошлого с 12 по 20 век, массовое исполнение военных песен с участием зрителей и гостей фестиваля, выступления хоров из городов-героев России и другие. Подробности на сайте мэра Москвы. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mayamoskva.online. Всего доброго!